Друзья мои, приветствую вас. Продолжаем разбирать ВПР, всероссийскую проверочную работу для 5 класса. Смотрите, это четвертый вопрос по сайту ВПР. Это нахождение числа по его части. Давайте задачку сразу почитаем. Петя готовила уроки 1 час 40 минут. Итак, Петя напишем. Уроки напишем. 1 час 40 минут. На математику Петя потратил 1/5 этого времени. Смотрите, математика. 1/5 от всего этого времени. А сколько минут Петя готовил географию? Ребят, страшно легко. Такие задачки мы будем решать с вами рисунком. Давайте я покажу, как делать. Что рисовать, подсказано в знаменателе. Знаменатель – это такая цифра, которая живет под палочкой. Мы должны нарисовать. А прямоугольничек, ровный, неровный, неважно. Вот такой будет прямоугольничек. А теперь мы должны поделить его на столько частей, сколько здесь знаменателей нарисовано. Видите, пятерка? Я разбиваю на 5 частей. Пока понятно, правда? Смотрите, математика – это 1/5, то есть один кусочек из 5. Вот так заштрихуем его, поставим «М». Это математика. А теперь давайте посмотрим. 1 час 40 минут – это все вместе. А вы не против, если я сразу в минутах напишу? Давайте я напишу. 1 час – это 60 минут. 40 минут мы прибавим, получится 100 минут. А смотрите, как сразу все становится понятно. А сколько же тогда наш Петя делал математику? Вот всего 100, а он делал вот столько, а частей всего 5. Так сколько в каждой части прячется? Так умнички по 20 минут. Тут 20, тут 20, тут 20. И везде по 20. А вопрос такой. А несчастный Петя сколько делал географию? А он делал географию. Столько, сколько он, видите, математику выкидываем. Складываем 20, 20, 20, 20. Или же 20. Умножаем, друзья, на 4. Ответ 80. Все, мы нашли ответ задачи, это 80. Ребят, будет приятно очень мне, если вы подпишетесь на канал. Очень помогает развитию канала. А с вами была Елена Владимировна, преподаватель по школьным предметам. Ребят, удачи вам на контрольных экзаменах. Ни пуха вам, ни пера.